административных кругов города Москвы по групповым упражнениям. По программе первого разряда первое место завоевала команда «Дюшор-25» номер 1. На втором месте команда «Дюшор» номер 1. Команда номер 1 «Дюшор» номер 74. И третье место завоевала команда «Дюшор» 74 номер 2. Награждение проводит старший тренер сборной Москвы по групповым упражнениям, заслуженный тренер России Наталья Загородняя и заслуженный тренер России Наталья Козлова и заместитель главного судьи соревнований Лариса Романчук. Дюшор 74 номер 2.
4. Было присвоено звание